Всем привет, ребята! Вы на канале Лепота ТВ, и сегодня наступит Новый год, уже этой ночи. Удивительно, но это видео мы снимаем тогда же, когда вы его и смотрите, 31 декабря. Многие из нас ждут этого праздника целый год. Мы просто обожаем Новый год. Но мне кажется, что наши животные не так любят этот праздник, потому что что, Белька, происходит? Салюты, мам! Страшные салюты! Они так буф-буф делают, и очень страшно мне. Да, ребята, Белька не очень любит Новый год, как раз потому, что после 12 часов ночи на улице очень громко, и звук салютов пугает его, как никакой другой. А чтобы вы понимали, в январе мы вообще гуляем с ним только по 5 минут, потому что он выходит из дома, быстро делает свои дела и бежит сам домой. У него просто жуткий страх, что сейчас начнутся где-то выстрелы. Очень страшно. Жду салюты. Когда они там будут, а? Смотрите, скоро будут. Сладуня, салюты бывают только ночью. Днем ты их даже банально не увидишь. Итак, Бильке 7 лет, и все 7 лет он страдает от салютов. Кевин, кстати, последний год тоже начал реагировать на всякие звуки за окном, но котам в этом плане проще, они могут просто спрятаться и все. А Билька места себе не находит, он начинает вот так вот метаться по всей квартире, залезает под диван, забегает в ванну. И я уже несколько лет думаю над тем, как сделать так, чтобы минимизировать процесс стресса, когда происходит это. Итак, ребята, давайте не будем тянуть время. Я покажу, что делаю лично я в тот момент, когда начинаются салюты. Белек, иди к маме, иди к маме, иди скорее к маме. Ну, вы все прекрасно понимаете, я чуть не упустила Билю, что можно взять там свою собачку, обнять, поцеловать, накрыть, сказать, как я тебя сильно люблю и все такое. Но на самом деле это не совсем рабочий метод, потому что собака понимает, что этот агрессор находится не где-то вот прямо здесь, и вы можете защитить его, да? Первый и самый крутой способ — это заранее подумать о том, что скоро Новый год и салюты, и купить что-то прям супер интересное для вашей собаки, что она еще никогда не пробовала. Смотрите, я купила вот такую вот игрушку. Итак, ребята, дубль 2, картина первая. У меня есть вот такая вот звезда. Это игрушка для собак, из которой Белек должен будет вылезать все, что я сюда положу. Она, кстати, на присосках. Видите, как удобно? И можно ее приклеить абсолютно в любое место. Она очень надежно держится. А теперь открываем баночку самого любимого лакомства. Билли, что это? Что-то обалденное, ма. Да. И все это сюда намазываем. Намазываем. Что, ты хочешь попробовать? Ну попробуй. Вкусняшка какая! Ай-яй-яй! Я тоже боюсь салютов. Можно я буду сидеть это лизать? Нет, сладуня. На, Биль, попробуй. Билли боится пробовать из банки. Стресс, скажи. О, вкуснятина. О, кто тут пришел? Нет, Ореша, не порти нашу. Подожди, не порти нашу красоту. Не порти. Вот отсюда попробуй. Мам, пап, а что это вы тут вкуснятина какой-то балуетесь? Можно мне тоже? Да, ребята, сняли мы с вами лайфхак. Пойдемте скорее это все им переместим в миску, иначе они порежутся об банку. Один умный кот, который понимает, куда идет мама со вкусным паштетом. Понимаете, да? Такс. Иди сюда. А теперь мы идем на кухню. Вот эту красоту нам надо с вами заморозить. Только, пожалуйста, ведите себя тихо, там спит Тая. Подержи, пожалуйста. Вот это подержи тоже, пожалуйста. Давай, подходи. Будешь? Положим Белюшке лежак. И пойдемте за мной скорее. У нас тут, кажется, уже готово кое-что. Там орёт Билли в той комнате, он не может спрыгнуть с кровати. Такс. Опа-на. Мороженое. Смотрите, какое оно прикольное стало. Так. И
Идемте, покажем ему. Билли, я иду. Ты не можешь сойти с кровати. Почему? Ты же всегда спрыгивал. Смотри, что для тебя есть. Ух ты, ма, пойдем. А салюты будут? Будут, но ты этого не узнаешь. Пошли. Пошли, 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 пошли. Сегодня 31 декабря. Время неправильно. Ну что, развлечение для нашей собаки, которое называется собачье мороженое, готово. Билли, удачи, я, кстати, скоро приду. Привет, что делаешь? Ничего, иди. Мама думает, я боюсь салютов и всякие ништяки мне подгоняет. А ты не боишься на самом деле? Да не, конечно, чего их бояться? Салюты и салюты. Привет! А что делаете? Ух ты, паштет! Иди отсюда, вот. Это мне. В смысле тебе? Я тоже хочу. Уходи. А что делаете? Ух ты, что-то у него там. Ой, тоже боюсь салютов ужасно. Еще один очень крутой и рабочий способ – это... прямо в момент, когда это все начинается, предложить собаке что-то новое, интересное, что она еще никогда не видела. К примеру, здесь у меня спрятана игрушка для Билли. И это новая игрушка. Смотрите, как он сразу заинтересовался. Что там, Биль? Распаковка подарка! Снеговик! Мама! Это что, для меня подарок? Да, давай с тобой поиграем, чтобы не думать о том, что происходит на улице. Собака будет заниматься чем-то интересным и с большой вероятностью не так сильно будет стрессовать из-за того, что происходит. А так вот. А так вот. А давай спрячем. Давай опять спрячем, будешь искать. Давай, ищи. Ай! А мама так спрячет. Дай. Вот так вот. Раз. Все. Билли, а сейчас уровень сложности самый-самый сильный. Давай. Берем снеговика и прячем под подушку. Подожди. Давай, ищи. Билли, сзади край дивана. Билек. О, он нашел, ребята, он нашел. Если же у вас салютов боится кот, то можно приобрести какую-нибудь игрушечку для котов, которая тоже надолго их займет. Это может быть какая-нибудь вот такая вот мышка, у которой откручивается голова. Сюда кладутся вкусняшки, закручивается, и котик пытается... Все едят вкусняшки, а про тебя забыли? Ну иди сюда, иди. Ты спрыгнуть не можешь. Давай, пошли, пошли. Эй, подождите, вы что все налетели? Стойте! Вы какие-то прям голодные, как с Северного полюса. Вас что, не кормили? Я не могу распаковать. Подождите, обождите. Коты, помогите, у меня кошачье нападение на меня. Ладно, я решила вопрос. Разойдитесь, у меня тут холодное оружие. Берем вот такие вот вкусняшки. Как вы понимаете, вкусняшки любят все, да? Давайте всем дадим попробовать по маленькой штучке. Билли, Ореша. Что, не хочешь? Реша не хочет. Ладно, Кевин точно хочет. И, конечно же, взять какой-то огромный, скажи. На, сладусь. Сладуня, сладуня, не отбирай. Снимаем голову у мышки и кладем туда всякие штучки, которые они смогут достать лапой, если будут хорошо играть с мышкой. Сладунек, смотри, что тебя ждет сейчас. Тебе надо быть очень серьезным мальчиком. Подожди, игра еще не началась, Сладун. Вы понимаете, он уже пытается, да? Он уже пытается достать лакомство. Какие тут салюты? Тут про все забудешь.
хватит. Не обязательно их должно быть много. Все, готово. Кевин, попытайся ты. Ничего, что вкусняшка внутри, а не снаружи. Билли жует так. Не получилось, не фартануло. Фу, какая слинялая, аж противно. Наслинялил вонючий. Победитель просто по жизни, посмотрите на него. У него получилось, ребята, он вытащил. Смотрите. Вот это ты крутой кот, конечно. Еще один крутой способ – это начать готовить собаку заранее, чтобы он не реагировал на этот шум. Ну что, Билька, иди, зарабатывай, послушай салюты. Биля, иди ко мне скорее, я так люблю смотреть салюты перед Новым годом. Просто заранее предвкушение салютов красивых, да? Биля, только посмотри, какие они красивые, разноцветные, как их много, какие они большие и маленькие, да? Биля, посмотри. Только шикарные. Звуки не очень, па, звуки не очень. Да нет, шикарные. И самое главное, вот слышно здесь, а там ничего не происходит. Ведь это здесь, это в экране, это не страшно. Не страшно? Нет. Иди убедись, смотри, это все происходит в экране. Ладно, я согласен с тобой. Давай, ложись со мной и будем смотреть. Ну что, ребята, наше видео подошло к концу. Мы хотим вас поздравить от нашей огромной семьи с наступающим Новым годом. Мы желаем вам, чтобы Новый год был намного лучше, ярче, круче и добрее предыдущего, и мы постараемся чаще радовать вас нашими видео. А вы, если хотите сделать подарок для нашей семьи, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал, вы его видите на экране, и поставьте колокольчик на нашем канале, чтобы получать уведомления, как только выходит новое видео. Мы вас очень любим, целуем и ждите влог на канале Лепота Фэмили о том, как мы встретили новый 2023 год. Пока!